Вот, к сожалению, по химии цены начали подниматься. Смотрите, Ариэр порошок 3 килограмма 999 рублей. Стоил он где-то 400. Тайд порошок 1,5 килограмма 449 рублей. Но это вообще прям бред. Вот, на самом деле, смотрите, вот Думал Фейк, кстати, средство для стирки Тайд 1,235 миллилитров 929 рублей. Вообще бред. Вот на химию цены прям вообще куда-то, я не знаю, улетели. И не возвращаются. Как на гречку-то они улетели, но вернулись. На химию вообще. Ну-ка, зубная паста. Колгейт 199 рублей. 150 миллилитров светофори. Она стоит 48, по-моему, рублей. Да уж. Ну, есть, конечно, 139 рублей. Но тут и объем у них меньше 100 миллилитров. Мыло. А, ну мыло, смотрите, есть самое дешевое. 29 рублей, а фейки там, видел там, 100 рублей самый дешевый. Есть, конечно, и по 100 рублей, 70, есть по 80, но есть и дешевая, по 29. А, женские прокладки, смотрите, 114 рублей, натурелла. Как бы есть, но ценник немного приподнялся. Шампуни. По шампуням ничего сказать не могу, знаю то, что пена для бритья, вот некоторые производители цены поднялись, такие как Gillette, Nivea Men. Ну, это прям жилет 200 миллилитров 469 рублей. И Nivea Men также 419. А вот есть простой пена для бритья. Но это тоже жилет. Это старый дизайн такой. Обычный баллончик. 209 рублей. Ну, и то он стоил меньше. 140 где-то он стоил. Взять цены в магазинах России на 29 марта. Очень даже радует. Огурец среднеплодный 600 грамм. 139 рублей 99 копеек. Только не пойму, это цена за килограмм получается или за 600 грамм, или сорт так называется 600 грамм, что-то непонятно совсем. Вот есть китайские огурцы 249, вот на них ничего не написано, там 600 грамм, здесь прям указано 600 грамм. Помидоры красные китайские фасованные уже 304 рубля за килограмм. Такие средние. Даже есть еще недоспелые, смотрите, такие. Помидоры черри, мини-красные. Ну, типа что-то черри. 399. Помидоры розовые 339. Хотя до этого здесь вот такие вот помидоры мини стоили 450. Черри вообще 500 стоили. Сейчас вот 409. Да, цены, конечно, налаживаются. Но вот это вот интересно. 600 грамм стоит 139 рублей или килограмм. Ну вот, нашел. Сахар Чайковский 300 грамм 107 рублей. Цены на сахар, конечно, вообще космос. Но он идет, видите, он идет в таких вот упаковочках, то есть это не простой кубики, это вот такие вот именно пачечки отдельно, поэтому он и дорогой, он всегда так, наверное, стоил. А есть вот сахар леденцовый 299 за 300 грамм, а так на развес сахара нету. На фрукты тоже цены очень даже радуют. Яблоки стоили 180, 200, сейчас 149, 159, 149, 159, 159, в общем, вон сверху по 169. Ну, цены намного упали. То есть сначала, да, был такой скачок по ценам, но сейчас все нормализуется. И все есть, я так могу сказать, что есть даже японские, например, товары, вот как подгузники. Только они в цене поднялись, чтобы вы понимали. Но очень-очень даже много. Вот такие мы покупали раньше сыну за 700 рублей, по-моему, упаковку. Сейчас они стоят 1399. Но это прям вообще, конечно, поднялись цены в два раза на подгузники. Вот они. Да, 6-10 килограмм, 48 штук. Вот такие вот, точно вот эти вот, Якосан. Мы покупали, они стоили 700 рублей. 1399. Ну, все есть, но цены вот на такие, на японские всякие товары, конечно, поднимаются. Но то, что есть у нас, не очень так и поднимается. Ну и в Китае, что есть в Китае, как у нас друзья же, не сильно такие поднялись. Сначала был, да, скачок. Сейчас все более-менее. Вот грейпфрукт 450, апельсины 279. Марокко. Видите, уже не Китай, уже дороже. Найти китайский, например, они будут подешевле. Ну-ка, цены на крупы. Так, гречка 98 рублей стоила, 138.
рис 63 рубля, а стоил что-то 90 с копейками. То есть сначала, да, был скачок по ценам, сейчас же все нормализовалось. Эти у нас макарошки стоили по 70 рублей, сейчас 49 рублей. Конечно, цены, да, сначала подпрыгнули, сейчас все нормализовывается. Так что паник нет, но, к сожалению, сахара нету. Сахар россияне все поскупали. Вот здесь раньше стоял сахар, сейчас его нету. Может, где-то здесь, рядом с крупами должен стоять. Ну, нету сахара. Рафината даже нету, вот этого, кубиками. Сейчас попробую найти, конечно, интересно цены на него посмотреть. Так, давайте посмотрим цены на масло. Смотрите, Злато, отличное масло. 1 литр, 129 рублей. Вообще, цены как были, так и остались. Вот на масло, действительно, цены как были, так и остались. Может, там на 5 рублей, ну, оно прям незаметно, если честно. 129 рублей, нормальное масло литровое. Как была цена, так и осталась. Вот интересно, на готовую продукцию цены тоже поднялись или нет? По чуть-чуть. Ну вот Цезарь 78 рублей как стоил. Месяц назад так и стоит. Вот интересно, что морковка поднялась 42 рубля. Но она в принципе поднялась, морковка. То есть свежая морковка, она поднялась в цене, поэтому и такая поднялась. Это логично. Ну вот Цезарь как был 78, так и остался. Оливье стоил 40. Так и стоит 47 рублей. То есть... Что-то поднялось, что-то не поднялось. Вот салат австрийский также, по-моему, стоил. Ну вот овощной, вот греческий салат тоже поднялся, там огурцы, помидоры. То есть, ну овощное вот такое вот все поднялось. Особенно на морковку, она вообще стоила 27 рублей. Сейчас 42, 100 грамм. Понимаете, килограмм морковки 420 рублей, 430 получается. Вот картофель тоже приподнялся, 45 рублей стоил по-деревенски. Сейчас 45 рублей он сейчас стоит, а стоил он 35 рублей, на 10 рублей поднялся. И вот такой вот картофель тоже стоил 27 рублей, сейчас 40, отварной с укропом. В общем, на что-то поднимаются, на что-то нет. Вот на мясо, например, вообще не поднялись, а окорочка как стоили, так и стоили 54 рубля, бедро 48. То есть на мясо вообще не поднялось, на овощи поднимается. Но я думаю, это ненадолго, потому что скоро у нас уже... Все свое пойдет, все с нашей стороны. Думаю, цены нормализуются так же, как и по крупам. То есть по крупам я вообще просто в шоке. Вот недавно гречка стоила 138 рублей, сейчас она меньше 100. Как доллар, знаете? Доллар тоже был там 150 рублей, сейчас 90. И там сколько, 100 он. Вот так же и гречка. Морковка 114 рублей. Недавно она здесь стоила 135. Вот, единственное, я не могу понять, здесь еще по луку. Лук Япония 0,8 килограмма, 159 рублей. Почему он столько стоит? 159 рублей. Что с ним не так? Я не понимаю. Обычный репчатый лук. Да, капуста 82. Не написано, откуда она, правда. Капуста красная 179. Свекла 56. Морковь 64. Ну, это приморская наша. Грязная, вот смотрите, вся здесь грязи на ней сколько, только сколько, и гнилая, соответственно, тоже есть. Ну, вот китайская, помытая, чистенькая, ровненькая морковка. 114.